Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня пятница, 5 сентября, и мы продолжаем играть в игру Dungeons The Eye of Draconis. Как вы помните, в предыдущей серии мы победили гнома на дредноуте. Вот. И у нас опять какая-то пустыня дальше. Так, поглядим, что там и как. As we sail together. Так, мышку уберем. Играем мы на геймпаде. Кто не знает, знаете. Эта игра просто создана для геймпада, на самом деле. На клавиатуре, правда, не играл, но мне кажется, намного более неудобнее, чем на геймпаде. Так, ладно. Еще один тлень остался, если что. Готовчик. Слизень. Так, не надо, пожалуйста, с него слезать. Куда он слезет? Беспредель творит. Так. Малыши. На кишки. В общем, какое-то место под названием Харк. Вы здесь, посмотрите, группа молодых искателей приключений. У вас есть какое-то золото сколько-нибудь? Или это неинтересно? Посмотрите, вы выглядите героически, и опять, в общем, говорит, есть там золото или нет, он спрашивает. Ну вот, может положить вам золотую дружбу, говорит. Единственное золото. Пожалуйста, мы у нас, он говорит, у нас нападают кобальды с запада, не наша проблема. Наша, говорит, деревня — последний плод цивилизации в этом мире. Это, говорит, звучит весело. Ты можешь назвать направление, подсказать, где эти, в общем, варварские земли? Так, ну что-то бла-бла-бла, в общем. В общем, нам нужна помощь. Нам нужно, вам нужно. Ну, в общем, они за что-то очень хотят нам помочь, на что-то ценное. Юсак, вы говорите, суки. Вы говорите, просто можете уйти. I bestow upon you the teachings of Raylog in the form of fire of the earth and the lasers of the sky uniform. Что-то у нас же Макс что-то разъерепенился совсем. Наоборот, так что это такое? Костерок.
Чё, говорит, ты сделал, Глеб, блин? Огонь, кровь, тадибир. Не могу говорить. Не хочу говорить. Отлично. Теперь говорит... ну, в общем, к нам еще хуже относится. Чё, говорит, жирный? Я, говорит, хочу поспать. Да, поспать она хочет. С кем это, интересно? И у нас тут какие-то... сливовые воришки. Воришки. В общем, говорит, мне приснилось, что нас будет обворовали какие-то эти уродцы. Мое золото, мои книги, говорит. Моя медовуха. Взять их! Так, нас разбило воришки. Та же локация, я так думаю. То давайте еще и ее пройдем. Парти, вечеринка у нас тут указатель. Какие-то гоблины или орки. Кто это? Это орки. Они говорят хуман еще, в общем, гуманные какие-то. Он говорит, вы, говорит, не можете пускать, где-то какой-то лорд находится? Нет. Ты, говорит, за это заплатишь. Приготовься к битве холодной стали, почувствуй. Вкуси холодной стали, говорит. Так, у нас тут какая-то, сейчас намечается махач с орками-тусовщиками. Самое время супер-силы применить. Вот так вот, вонючие-вонючки. Сейчас уже будет по-любому новая локация. Посмотрим, что за локация, и все, и будем серию заканчивать. Так, сущий орк. Че, говорят, орки здесь делают? У них должно быть кейр. Кто знает, говорит. Заткнитесь, говорит автор. А, нет, это не автор, это какая-то скульптурка у нас тут. Сокровища, говорят, здесь есть. Да поверьте мне. Вы тут не представляете, что, говорит, здесь есть. Особенно ты. А? Бла-бла-бла. Давайте, я чую орков. Onward! Так, ну все, у нас начинается какая-то там тусня с пожиранием гамбургеров, поэтому давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.